Сегодня уже после обеда. Вернее, уже 5 час. Вот такой у нас сегодня море. Чиба. Немножко видно. Вот он идет, кораблик. Что-то он там везет на экспорт. Я даже не знаю, что. Так, немножко сегодня дымка. Море очень красивое. Песочек у нас. Такой серенький. Шизуока, там вообще черный песок. А на Окинаве беленький. Но там не песок, там. Сегодня сильный ветер, завтра сказали. Холодно, опять вернется холод. Но сегодня, видите, народу никого. Вчера, как говорят, камера трясла. Сегодня снимаю с фотокамеры. Она очень тяжелая у меня. Canon. Тяжелая. Вот, так что вот там вот эти кораблики, они там рыбку ловят сегодня. А это вот завод там. Вчера дымилось там что-то. А что завод лампочки производит, что ли? Я даже не знаю. Нет. Вот это я сейчас показываю. Вот это место. Вот столба. Оно все застроено. Называется Умино-Е. Летом сюда приезжают туристы из Токио, из Йокохамы, потому что здесь есть секьюрити, и они охраняют город много. Там видно немножко, да? Вертолетов вчера было очень много. Сегодня вот один летит. Вот. Они в Камакуре там катаются. И в Дзуши тоже они. Вот еще там один. Но не один, оказывается. Ну, такой вот он. Корабль. Вот еще один. Но они обычно днем, вечером солнце меньше. Все-таки солнце в Японии очень сильное. Можно сгореть. Почему японки одевают летом такие, как длинные перчатки до локтя, шапки у них такие с широкими полями. И кто видит за границей японцев, все говорят, их сразу видно, потому что они одеты так странно. Они все скрываются от солнышка. Я первый раз как-то давным-давно вышла оголенная, сгорела, сказала, нет, больше этого не будет. Вот тут у нас выход там Мисаки, и выходит вот, корабли вот сюда входят и выходят, как говорится. Вот сюда шарик входит и выходит, вернее, ослик. Вот так вот. Конечно, еще такой корабль большой идет, много палуб. 6 часов, правда. Будет идти вечером. Вот отсюда будет солнышко выходить. Отсюда. Ой, солнышко. Ну, солнышко, да, и луна. Она бывает такая большая, красная, низко, прямо над горами, вот на теме висит. Такая бывает, такая луна. Полная еще. Уа! Зрелище, конечно, незабываемое, очень красивое. Что? Вот тут облака всегда очень красивые. В нашем месте. Я уже как-то делала снимку. Вот такой сегодня. Я не знаю, уже вид, наверное, ближе к весне уже. И небо сегодня вот такое голубое. Так, и летают чайки. У нас меньше чаек, чем я видела. Пытаются и еду просто разнообразить. Такие. И даже написано, что не ешьте, потому что на пляже. Потому что они будут вас вырывать из рук. В Камакуре там они прямо летают и точным движением вырывают булочку, нигири, что человек кушает. Точным движением. Я их очень боюсь. Хотя муж мне говорит, что страшнее у нас человек. Ну, пускай будет так. Вот так вот. Тут у нас лето. Вот солнышко только ушло, пробило 4 часа, и все, оно уходит туда, куда-то на
восток, и все, и моментально темнеет. Вот так, там вот еще люди отдыхают. Вот так вот. Придется снимать видеокамеры. Там домики. Ну все. Сегодня вот такой пустынный пляж. Ну и вечер, ну и обычно в 5 часов выходят гулять с собачками. Сегодня почему-то их тоже мало. Гуляют. Так что вот такая была маленькая экскурсия по нашему берегу. Вот, приезжайте летом, будете купаться. Кстати, летом вода нагревается очень и очень долго. Когда было цунами в 2011 году, вот это вот маленькая островочек каменный такой, у нас было цунами 3 метра здесь, а там было вообще мияги сильно очень, так что вот это вот было прикрыто. И во время прилива вот эти вот, сейчас где они, сейчас дойдем, вот эта гряда скалистая, а во время прилива она покрывается, во время отлива она открывается, и по ним даже можно походить. У меня даже есть фото, где я по ним ходила, по этим вот. Ну, интересно. Вот. Ракушки там люди собирают всякие красивые. Я тоже люблю ракушки собирать. Все, на этом пока. Сейчас. Пока. Вот я хочу показать вам нашу набережную. Но это не вся. Это вот я стою примерно посерединке. Они, когда я приехала, были еще намного меньше. Они вот за уже 12 лет вот так вымахали здесь. Вот. Ну вот этот вот насчет цунами. Это я вам показывала. Вот это вот здание. Вот. В японском стиле такое. Там можно покушать. Там когда японская еда. Ты когда входишь, снимаешь свою обувь и идешь, ну, как говорится, если у тебя есть там носочки, значит в носочках, нет, значит без носочков. Ну, там традиционно садятся на коленки, так по-японски, я не могу так сидеть. И да, но там довольно-таки дорого. Такая чу написано, в общем, и дорого, и недорого. Ну, так вот, а здесь вот можно прекрасно гулять. Там даже, ну, если дует сильный ветер, продувает все-таки море, и холодно. Вот это я иду, получается, камера трясется. А люди, которые смотрели, сказали, плохо, ну что сделать? Вот так вот. Вот здесь написано еще. Цунами, не чуй кудасай. Если будет цунами, то будьте осторожны. Вот здесь 4,5 метра. После вот землетрясения и цунами в 2011 году, 11 марта, вот, везде написано, сколько метров цунами здесь может быть. У нас 15 метров цунами. Но если еще пятый этаж, то можно как бы спастись. И не можно на ближайшую небольшую гору сбежать. И будет все нормально. Вот, там дальше у нас немножко темно уже, да. Ну, я вообще люблю вечером гулять. Ой, птичка полетела. Ветер дует, наверное. Ну, там вот, сейчас я приближу. Это починка. Авива. Ну, там проходят, там такие бандиты, народы. Все, это был сильный ветер. Дальше Йокохама и дальше Токио, Йокохама, Курихама. Вот я еще вчера показывала вот буддийский храм такой. Они тоже буддийские храмы, они все есть разные. У них же много всяких ответвлений.
направлении. То есть очень много. Вот видите, как будет. Кого народу? Вот он, орел. Какие вы, как вы. Вот он. Боже, боже!